Чтобы сделать алебарду или боевой топор, нам понадобится 2 листочка бумаги, один квадратный размером 15 на 15 сантиметров, а также один прямоугольный размером 15 на 6 сантиметров. А также нам понадобится клей и ручка. Берем квадратный лист бумаги, складываем его на бок вдвое. Раскладываем листочек обратно. Теперь в другую сторону складываем лист вдвое. Снова листочек раскладываем. И теперь все четыре уголка загибаем к центральной линии. Загибаем первый уголок. Теперь загибаем второй уголок. Загибаем третий уголок. И загибаем последний, четвертый уголок. Загнули все четыре уголка, получается вот так. Развернем листочек и перевернем на другую сторону. Теперь снова все четыре уголка загибаем к центральной линии. Загибаем первый уголок. Загибаем второй уголок. Загибаем третий уголок. И последний, четвертый уголок, также загибаем его к центральной линии. Получается вот так. Снова развернем листочек и переворачиваем листочек на другую сторону. И теперь еще раз все четыре уголка загибаем к центральной линии. Загнули первый уголок. Теперь загибаем второй уголок. Загибаем третий уголок. И последний, четвертый уголок также загибаем к центральной линии. Теперь получается вот так. Снова развернем листочек и переворачиваем листочек на другую сторону. Снова развернем листочек вот так. Теперь поднимаем вот этот уголок вот, и переворачиваем его вниз. Хорошо наводим. Теперь развернем листочек другой стороной. Снова поднимаем вот этот уголок и переворачиваем листочек вниз. И хорошо наведем. Получается вот так. Развернем листочек
перевернем на другую сторону. Вот сверху у нас открываются листочки. И теперь вот по центральной линии, от уголка к уголку, складываем вот эту сторону к этой стороне. Сложили листочек, хорошо наведем. Получается вот так. Теперь перевернем листочек обратно. И теперь первая часть нашего топора уже готова. Теперь берем прямоугольный лист бумаги и шариковую ручку и сделаем рукоятку для топора. Для этого сразу возьмем листочек, поднимем край листочка и немного согнем его вперед. Вот так. Теперь берем шариковую ручку, ложим ее возле края листочка и краешек листочка накручиваем на ручку. Плотно прижимаем листочек к ручке и прокручиваем ручку до самого конца листочка. Вот так. Теперь освобождаем краешек листочка. Берем клей и наносим клей на край листочка. Вот так нанесли клей. И теперь снова прокручиваем ручку, склеивая листочек. Вот так склеили листочек, получается вот так. Теперь нужно достать обратно ручку. Для этого можно взять еще одну ручку и сбоку пододвинуть ее вперед. Так, появилась с другой стороны ручка. Берем за ручку и достаем ее обратно. И теперь рукоятка для топора уже полностью готова. Теперь обе части топора нужно соединить. Соединять будем при помощи клея. Берем первую заготовку, берем ее таким образом, чтобы сверху поднимались уголки со всех четырех сторон. Вот у нас поднимаются уголки. Ложим этой частью заготовки вверх. Теперь возьмем клей. Нанесем клей на заготовку. Вот с одной стороны, вот здесь наносим. И наносим с противоположной стороны. Нанесли клей, убираем клей. Теперь берем рукоятку для топора, ложим ее вот таким образом, чтобы кончик листочка выступал примерно на сантиметр дальше, чем нижний листочек. И теперь по центральной линии складываем листочек вдвое. Вот так. И прижимаем. Вот так придавили. Теперь нужно подождать, пока клей высохнет. А тем временем наведем края топора. Вот так подсох клей. И теперь у нас получается вот такой топор. И теперь наш топор уже полностью готов.